В компании своего двухколесного друга Ольга Брюнеткина старается проводить каждый вечер. Единственное место, где велосипедистка может покататься – набережная Амура. Однако ее приходится делить с жителями города, которые гуляют пешком. Соседство не самое удобное. Ну, такое количество велосипедистов, конечно, можно было бы уже делить. Да, ну, вот как бы в других странах они ездят, у них уже отделено. Как же в Китае, смотрите, да, у них даже специальные дорожки есть. Они на работу на велосипедах едут. У нас еще пока это, мы еще далеки пока от этого. Отдельного места для прогулок хотят и пешеходы. Им приходится постоянно следить за тем, чтобы не попасть под колеса транспорта прямо на тротуаре. Хотелось бы, чтобы было отдельное место для этого. Потому что маленькие, они могут сшибить маленького ребенка, это да. Но вообще велосипедисты, они народ такой, в общем-то, сознательный, они всегда объезжают. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас появилась велосипедная какая-то зона, где велосипедисты могли спокойно, не мешая, как говорится, пешеходам и другим участникам дорожного движения, отдыхающим, могли кататься, там, отдыхать, тренироваться. Это, во-первых, обезопасит всех участников дорожного движения, в особенности велосипедистов. Велосипедистов в Благовещенске в последние годы стало в разы больше. Наглядный пример акции «Велоночь Самур-Инфо», которая прошла недавно. Покататься по вечерней столице Приамурья собрались около 2000 человек. Вопрос об отдельной территории для велопрогулок стал настолько остро, что участники Амурской федерации велосипедного спорта обратились в городскую администрацию с просьбой оборудовать для велосипедистов специальное место. Мы выступили с инициативой разметки на набережной места для проезжей части для велосипедистов, велодорожки. Чтобы велосипедисты спокойно катались по своей части, пешеходы спокойно гуляли по своей части. Горадминистрации сообщили, что ответ на обращение велосипедистов дадут к 8 августа. А вообще над размещением велосипедных дорожек на набережной Амура власти уже работают. Для этого провели опрос среди горожан. 85% опрошенных высказались за выделение участка набережной для велосипедистов. Проект такой зоны начали разрабатывать, но когда он будет готов, нам не сообщили. Пока любителям пеших прогулок и тем, кому нравится прокатиться с ветерком, по-прежнему придется уживаться на одной набережной. Василина Садовенко, Кирилл Захаров, Альфа-Новости.